Всем доброго утра, с вами канал Артмания и моя семья. Готовлю я с утра блинчики. Я уже вот тут замесила, вот они уже пузырики здесь были. Налила, думала, уже сковородка разогрелась, давно стоит. Но что-то она это медленно разогревается. Немножечко холодная, ну ладно, ничего страшного. Все равно пожарим блинчики. Давно уже не делала и так долго на диете сидела. Вот, уже не сижу на диете, но в скором времени, я надеюсь, до или после этого видео выйдет отдельный ролик, как я худела. Там все-все-все вам расскажу. Много-много интересного там. Вот, смотрите, видите, какой он становится. Тут, видите, по бокам вот темненькое, а посерединке это еще сырое. Сейчас он будет поджариваться. Он никак у меня. Сейчас прибавим. По-моему, я на этой плите первый раз еще только готовлю блины. По-моему, да, кстати, первый раз я жарю блины. До этого у нас не было кухонного гарнитура, кто смотрел нас. Я там жарила давно. В прошлом году. Как бы я особо жареное не ем. В основном либо вареное, либо запекаем. А тут иногда хочется разнообразия. Делаю я тесто для блинчиков из кефира. 500 грамм кефира. Обычно я делаю литр. Сразу побольше. Но сегодня вот муж купил только один мешочек кефира. Ну, еще водичку я добавляю. Вот там 2 яичка, сахар 4 столовые ложки. Вот мука. Подсолнечное масло 2 ложки. А, нет, 1 столовая ложка. Так, с мука, да. Ну и все. Я иногда с яйцами делаю, иногда без яиц. В последнее время, кстати, я часто уже без яиц делала. А это, думаю, пока есть в холодильнике яйца, надо с яйцами сделать. А, и соды еще, чайная ложка соды. Напишите в комментариях, зависит ли то, что в тесте для блинов есть яйца. На что это вообще влияет? На мягкость или... Потому что что-то я смотрю, они такие мягенькие у меня получаются. До этого как-то они были посуше немножко. Хотя, не знаю, может, я сейчас просто добавила этого масла подсолнечного. Вообще я люблю прям такие, знаете, блины на масле, поджаристые такие. Прям такие масляные. Когда вот сейчас вот перед этим я масло добавила и сверху уложила тесто, вот именно такой. И становится такой поджаристый. Ну да, конечно, это холестерин, само собой. Но блины я ем на самом деле 2 раза в год, 2-3 раза в год. Ну 4 иногда, если бабуль, допустим, или мама сделают блинчики, принесут, ну ладно. Я поем. А сама готовлю, да, я где-то раза 2 в год. Там на масленицу и еще когда-нибудь. Расскажите истории еще, наверное, да. Расскажите истории, как вы первый раз жарили блинчики, как вы их готовили. Получилось у вас приготовить тесто для блинов и пожарить блины с первого раза или с какого, потому что я читала комментарии, как-то вдруг мне стало интересно. Вроде блины это в то же время непростое, как бы простое и непростое блюдо. Вот, то есть, ну, приготовить его, размешать не проблема, а вот пожарить бывает прилипает иногда по каким-то там разным причинам. Вот, и у многих не получалось, именно и пожарить не получалось, и тесто было какое-то невкусное. Вот. Напишите свои истории, сколько вам было лет, в каком возрасте. Бывает, я знаю, что бывают блины даже убегают. У меня был такой, я помню, как раз с мужем начинали жить. Вот, там
так вот, вот внизу плита была, и были выпуклые эти вот ручки на плите. Я так, блин, переворачиваю, и он, короче, у меня падает на край сковородки, переворачивается, и вниз падает, застревает, короче, на этой ручке, этой вот духовки. И кричишь, кричишь, типа, блин, падает, падает. Муж бежит, что случилось? А там, блин, висит так на этой ручке. Он еще горячий, его не возьмешь никак. Ну, вообще, помню. Вот. А был тоже один раз у меня блинница. Блинница была, ей же продают вот эти специальные блинницы с черного покрытия. Я также ее поставила, значит, включила ее на небольшой огонь. Ну, думаю, пока она разогревается, я пойду там, что-то в интернете мне надо было, что ли. Ну, или что-то взять. Ну, не знаю, короче, я ушла. Ушла, значит, возвращаюсь, захожу на кухню, а она у меня горит. Она такая маленькая, и у нее прямо у меня так вот до шкафчиков где-то, вот так у меня был вот тут один шкафчик, до шкафчика прям пламя. Конечно, я тоже завизжала от страха, но быстро среагировала и прям отключила в раковине кран и сразу ее под кран. Там тоже так немножко пшикнуло. Вот. Ну, слава богу, у нас кухонный гарнитур был старый, его нужно было уже там выбрасывать на помойку. Вот, его было не жалко. Но у меня оставались где-то вот так же вот был вот тут угол, то есть вот внизу с этой стороны черное пятнышко. И вот, не буду там показывать. Как бы, да, вот, там вот пятнышко, и там вот где раковина, тоже там немножко пятнышко темненькое. Вот. Такая была история. Мне так потом было страшно. Видимо, она высохла, эта сковородка, и загорелась. Вроде времени-то я отошла, не так много прошло. Но меня прям трясло, я помню. Если бы там вот так вот задержишься, вообще мог пожар начаться. Потом я долго к этой сковородке боялась подойти. Думала, что дело в ней. Оказывается, во мне. Вот, зато, кстати, теперь я после этого с тех пор никогда не ухожу из кухни, если у меня что-то готовится. Даже там, если целый час или два что-то готовится, я сижу на кухне, что-нибудь делаю, но сижу рядом с кастрюлей, караулю ее. Вот. Вот так вот. Такая история у меня была. Вот, а самый первый раз с блинами. Еще ребенком я была, лет около 7, наверное, мне было 7-8 лет. Мама предложила помочь ей перевернуть блинчик. Сначала рассказала, что она туда добавляет. Ну, как-то так это тогда было не совсем интересно. Ну, так в памяти немножко отложилось. Там что-то мука, яйца там и молоко, там, я не помню, что было, как бы, и все. Предложил мне повернуть, я помню, что переворачивала его я очень долго. Я боялась, что он упадет, мама будет ругаться. То есть это было примерно вот так вот. Вот. И вот трясешь, мама. Ну, давай, давай, Наташ, ну, я говорю, подожди, сейчас я разбегусь, и потом так хоп его. Ну, видишь, говорит, нет, ничего страшного. Ну, блин, было так страшно, что вдруг я, когда буду переворачивать, его не напротив сковородки сделаю, а сбоку, он там куда-то улетит, испачкает там что-то. Ну, было страшновато немножко. Вот. Ну, все равно и второй блин был не очень, а потом вот спустя там, в следующий раз я уже сама жарила самостоятельно блины. Мне было где-то 24 года. То есть, ну, спустя приличное время. Вот. И, в принципе, я просто посмотрела, что добавляется, или у мамы спросила. А, у мамы, по-моему, я спросила, как сделать блины. Все перемешала, настояла там чуть-чуть в тепле. И я прекрасно пожарила. То есть, ну, у меня не было такого, что первый блин комом, застрял там, я не знаю, или... Это не пожар. Бывает, конечно, изредка, очень редко бывает такое, что прилипает к сковородке. Бывает, я помню, прям был конкретно прилипал. Это зависит, я считала, либо холодная сковородка, либо муки мало. Вот. Ой, убегает. Бабуля, я помню, у меня по папиной линии, она вообще делала блинчики, всякие
дырявые такие они были, там всякие бабы-ёшки там какие-то, видимо, она прям делала тесто очень, как водичка, наверное, очень жидкое-жидкое, и просто, наверное, тоненькой струйкой так вот наливала туда-сюда, они были такие дырявые, мне так нравилось. Я сама по себе в детстве очень плохо кушала, практически не ела, и поэтому родители всегда старались, наверное, что-то сделать такое необычное, чтобы я поела, наконец-то. Вот. И тоже у нее были вкусные. Вот я сейчас думаю, уже сейчас я выросла. Жалко, что тогда не посмотрела, как она это делает. Ну, наверное, скорее всего, с тоненькой струйкой, но опять же, с другой стороны, если мало муки, получается, что должен быть блин пригореть. Ну, замуж на большом огне совсем или наоборот на маленьком. Кто знает, кстати, напишите в комментариях, интересно. Вот. Также, конечно, у бабули была кулинарная книга, но не знаю, что-то она потерялась, обидно. Конечно, я готовить очень люблю, интересно даже посмотреть бы кулинарные книги своих родственников. Сегодня у нас 19 градусов, Женька уже раздетый. Снег чуть-чуть лежит еще на набережной. А вон лежит, смотри. Прям такие имеются ломтями. Не хочешь по снегу побегать? Хотя нету. Не соскучился по снегу еще? Нет? Мне надоел за это. Надоел уже снег? Вот если бы летом, раз такой снег. По песочку соскучился. По песочку хочешь бегать? На пляже спуститься. Ну ладно, потом спустим. А, нет, еще это. Не затопило еще. Еще не затопило. Придержи чуть-чуть. И сфоткай. Народ там сколько идет. О, смотри, там много еще песка. А затапливать же потом, да, Жень? А не сразу. А? Снег чуть-чуть остался. О, и мусора много осталось. Ну, уже играет он, смотри. Уже разделись, волейбол играет. Что там, купаются? Камера. Везде эта камера, да? Он ей глазки строит. Я только включаю, тут же начинается. Я заснять каждый раз не успеваю. Он пока включается, он уже. Дима. Дима. Пс. 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 Дима быстро собирался, скажем. Не ту шапку нацепил. А потом нам пошли на Волгу, на Волгу. Да? А Женя медленно собирался, забыл шапку одеть. Ты меня с тобой. Перчатки не взял. По перчатках ходит все до самого лета. Красиво. То забыл, да? Да, Жень? Ну, все, можно считать, сказать, лето настало. Ну, а человек в трусах здоровый. Да, купаются. Ну, я надеюсь, ты не полезешь? Ну, я нет. Где? Вон, да. Каким мозгом? А ты полезь. Как ты раньше лез, не помнишь? Не помнишь, как ты? Числа 11 апреля что-то там полез? Я
я не лазил вообще. Как-то года 2-3 назад. Я в мае купался, в апреле не раз. В мае, в апреле, по-моему, ты купался. А то я сейчас... Вот ты не записываешь. Надо было записывать. В какую сторону пройдем? Туда, туда? Давай сначала туда. Потом. Давай туда сначала. До фонтана дойдем. А, фонтан? А я не знаю, кстати, панду продали, да. Купили ее за 300 рублей, а продала за 600. Хотя бы 300 рублей выручка получилась. Все пойдет Диме. Кстати, смесь там надо будет Диме купить. Детский мир садить. Сегодня? Ну, а ты сегодня? Я вообще-то не заказала еще. Я сегодня закажу, а там я не знаю, когда. Получится заказать у меня или нет. А нет, еще он будет плавать, да? Волейбол играет, он, я помню, парнем все время туда играл. Заехал волейболист. Да, люди отдыхают. Камеру они прям восхитительные. Знаешь, сейчас тебе хочется какой-нибудь пригорчик, поляночку с одуванчиками и полежать там, отдохнуть. Я помню, как в детстве мы типа пикников делали, только без еды. Положим тряпочку где-нибудь и на полянке сидим, типа у нас пикник. Вот, ветерок подул. Купаться, ударное хлорирование. А, на хлорке вода. А вот поэтому от нее от хлорки остаются. А-а-а. От хлорки? Подожди, а как же это фонтан на Осипенко? Он вообще, по-моему, чистенький. Мы его хотя видим редко. А зачем с хлоркой она? Как у нас в Батыке бассейн был с хлоркой. Окупаешься, потом подмышки хлорки воняют. Подмышки? Ай, уезжай, не туда она.
Подожди, стой.